1993 года ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. В Ахинском отделе ЗАГС состоялось торжественное мероприятие к празднику. В центре внимания семьи, в которых по 3 ребенка. Каждая такая семья – это ячейка общества, которая укрепляет государство, а государство поддерживает многодетных родителей. И я думаю, что вот это внимание к семьям, которые государство проявляет постоянно, очень важно. В нашем округе тоже немало семей, которые имеют более 3 детей. На мероприятии в отдел ЗАГС пригласили семьи, в которых третий ребенок родился совсем недавно. В современном мире в обществе уделяется огромное внимание прежде всего сохранению семейных ценностей. Чтобы вырастить троих, четверых малышей, это, конечно, потребует очень много сил и здоровья. Но вы готовы к этому, значит, и действительно у вас крепкие, дружные, любящие семьи. И уже с одним этим вас можно поздравить. И от всей души желаю вашим детишкам расти здоровыми, умненькими, талантливыми, счастливыми. Поддержка многодетных семей остается важнейшим приоритетом правительства Российской Федерации. Практически ежегодно вводятся новые меры социальной помощи. Достаточно много новых мер социальной поддержки многодетным семьям принято правительством Сахалинской области за последние 3 года. Это и обеспечение земельными участками, оказание помощи в приобретении жилья и ежемесячные выплаты многодетным семьям, в которых родился третий ребенок после 31 декабря 2013 года, и другие выплаты в поддержку малообеспеченных многодетных семей. Все приглашенные не только услышали слова поздравлений, но и получили подарки от Министерства социальной защиты Сахалинской области за значительный вклад в воспитание здорового поколения.